Здравствуйте, это Игорь Виттель, продукт с Игорем Виттелем. Как это неудивительно, в студии у меня Валерий Хомяков, сопредседатель Совета по национальной стратегии, директор агентства прикладной региональной политики. И сегодня с Валерием Алексеевичем у нас тема такая. Вчера исполнился год, как работает, если это можно назвать, работой правительства Медведева. Валерий Алексеевич, по-моему, единственное, в чем, на мой взгляд, сейчас солидарны все левые, правые, белые, красные, черные, зеленые и, видимо, даже радужные, это в оценке правительства Медведева. А почему работа правительства вызвала и сам Дмитрий Анатольевич такую негативную реакцию, хотя, в общем-то, ничего по сравнению с тем, что было, не изменилось? И вот в этой оценке, по-моему, тоже солидарны все. Тут, мне кажется, есть несколько причин. Кто-то критикует, исходя из своих идеологических убеждений. Но основная масса критики, на мой взгляд, связана с тем, что правительство за год, в течение года, год – это все-таки какой-то период, когда действительно можно было что-то ожидать, ожидание не исполнило. А что должно было, на ваш взгляд? Не только, речь идет в данном случае не о указах президента. Все-таки это правительство первое после выборов Владимира Путина, после того, как он стал президентом, и все-таки ожидания были у деловых людей, в первую очередь, очень высокие, что да, теперь, наконец-то, когда Путин в Кремле, а Медведев в Белом доме, вот этот обмен состоялся, наконец-то что-то заработает, наконец-то будут создаваться условия для бизнеса, для того, чтобы этот бизнес не гнобили, не душили, что происходит на каждом шагу. Простите, пожалуйста, а что мешало это делать, когда Медведев был президентом? Что мешало это делать в другое время? Почему люди бизнеса, как вы их назвали, ну, вы знаете, это наивность, граничащая, на мой взгляд, просто со слабоумием. Почему люди бизнеса на это надеялись? Что давало им? Вот, вы знаете, мы накануне беседовали с небезызвестным вам Борисом Кагарлицким, да? Да. Мы с Борисом, скажем так, больше близки по убеждениям, чем с вами. Мы оба леваки, то, что это называется. Угу. Но Борис абсолютно справедливо заметил, на мой взгляд, две вещи. Вот я не знаю, согласитесь вы с ними или нет. Первое – это то, что в свое время, будучи премьер-министром, Путин как бы все рычаги управления передал в кабинет министров, и президент стал такой фигурой, в общем, более номинальной. Да. И что сейчас, оказавшись на этом месте, как бы обратно эти рычаги очень трудно забрать, что сейчас они на самом деле находятся у Медведева в правительстве. И второе – это то, что как бы нам, людям, скажем, левых убеждений, абсолютно все равно там Путин, Медведев или нынешняя оппозиция. Это все равно люди, которые будут продолжать один и тот же курс, ну, можно так в скобочках сказать, а-ля либеральных реформ, да. Почему люди надеялись? Ну, вместо Кудрина верный ученик Силуанов, да, на ключевых постах либо те же люди, либо люди, придерживающиеся такого курса. Что может сделать Эльвира Сахибзада Набиуллина нового на посту Центробанка? Вот если бы Глазьев туда пришел, мы бы тогда вот, может, и поговорили о том, что там Медведев недоволен, 4,5-5,5 нам надо темп роста, да? Ну, вот это вот при Глазьеве могло бы быть, если бы ресурсы стали денежные более доступны. Ну, не буду обсуждать Сергея Юрьевича, чтобы было, если бы. Не, ну, я условный да, Глазьев, да. Я понимаю, да. Я имею в виду, условный, что курс правительства – это те же люди, это те же мысли, это те же идеи, точнее, отсутствие идей. Это тоже Кудринское, как бы ничего не случилось, давайте денежки, хоть я это слово и ненавижу, отложим. С чего мы вообще надеялись на то, что будет происходить? А перестать гнобить бизнес, так, ну… Но это не дело правительства. Это не дело правительства, да. Правительство, вот с точки зрения, допустим, ну, людей, которые более либеральны, нежели, допустим, вы, на него были надежды, что оно создаст условия. Какие? Что в результате? Что каких будет? Условий вам не хватает? Объясните мне. Как каких? Снижение налогов, во-первых. Угу. Первое. Второе. Что у нас в этом деле происходит? Повысили страховые взносы на бизнес 2 раза. Угу. Взвыл малый бизнес и средний тоже взвыл, потому что это тяжко. Взвыли ИП, среди которых была часть, когда вот все мне кричат, там закрыли сотни тысяч, да, индивидуальных предпринимателей, они отчасти закрылись, потому что было огромное количество неработающих ИП. Может быть. Формально. Да. Но тем не менее, те, которые работали, вот просто ну, достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с активистами вот этого Общероссийского народного фронта, где ему представители бизнеса сказали: Владимир Владимирович, уберите этот дурацкий социальный страховой взнос. Верните все, как было. Что сказал Владимир Владимирович?
создадим комиссию, через две недели мне доложить. Прошло уже, наверное, два месяца. А тогда вопрос к вам, Валерий Алексеевич, откуда взялся этот социальный взнос? Ну, вот откуда? А потому что у правительства одна задача, вернее, две. Угу. Первая задача – это как можно больше собрать денег, угу, в бюджет. Угу. Нормально. А подумать о второй производной они не могут, бо либо головы нету, либо им это просто не нужно. Да, и для того, чтобы собрать деньги в бюджет, ничего другого, кроме как повышать налоги, они не придумали. Угу. И придумать не хотят даже придумать. Это типичное либеральное отношение. Это не либеральное. Неолиберальное отношение к действительности. Отношение иное. Ну? Оно общеизвестно. Мы вам дадим удочку, а вы ловите рыбу. Поэтому, а здесь мы что видим? Выжить последнее из малого бизнеса. Вот давайте вспомним нелиберальную, не очень левую страну, такую, как Соединенные Штаты. Угу. 55% поступлений в бюджет за счет малого бизнеса. Я с вами абсолютно согласен. У нас-то что в этом происходит? Я считаю, что нужно развивать бизнес. Вопрос-то мой не в том, что надо или не надо развивать малый бизнес. Мой вопрос в том, почему вообще были какие-то надежды, что за этот год правительство Медведева... Ну, люди пока еще надеются, угу, до сих пор надеялись, что может быть что-то, когда Путин там... Когда рычаги управления будут, ну, те, которые были до 2008 года, когда что-то происходило, ВВП повышался до кризиса, до прихода, до обмена вот этого Путин-Медведев. Может, что-то изменится с приходом Путина. А человеку свойственно ожидать лучше. А вы видели вообще статистику вот года правительства Медведева? Мне ее вчера показывали. Просто статистику по направлениям, в том числе и промпроизводство. По направлению я не посмотрел, я просто увидел те цифры, которые обещают все-таки, что ВВП будет не 3,6, как ожидается, а 2,4%. То есть, ну, это в полтора раза ниже получается. Угу. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что правительство у нас не стало тем, что от него ждали именно... Деловые люди, деловые круги. Оно не стало мотором экономических реформ с точки зрения создания дополнительных малых предприятий, с тем, чтобы увеличилась налогооблагаемая база. Регионы... А вы считаете, что у правительства есть вообще возможность? Ну, а для чего она тогда нужна? На мой взгляд, вот как я сейчас смотрю, да, это абсолютно техническое правительство, хорошо, которое транслирует сигналы из Кремля. Да. Хотя вот тут я с Борисом, знаете, есть вариант, да, что как бы рычаги некоторые управления все-таки остались в правительстве, но у Медведева, да, но он послушно транслирует сигналы из Кремля. Разумеется. Ничего. Поэтому где настоящее правительство находится? Большой знак вопроса. В изгнании. Скорее всего, оно находится в Кремле. И я пытаюсь понять, а как должно выглядеть правительство, как должны выглядеть те реформы, которые сейчас... Вот, вы знаете, мне очень не понравилось тут пару дней назад... Дмитрий Анатольевич давал интервью нашим коллегам одной газете, где он сказал, что ну, такого кризиса больше, как в 2008-м, не будет. Но да? Это убаюкивание. Вот. Вот это вот убаюкивание мне, и мне не нравится. Не нравится. Никому это не нравится. Потому что в любом случае надо готовиться к плохому исходу событий и радикальные реформы в экономике, которые были обещаны. Да, и которые с трибуны, опять-таки, ну, на прошлом питерском форуме, скоро уже, угу, нынешний, там посмотрим, что они там выскажут, да. Но тем не менее, Путин говорил вполне себе правильные слова. Другое дело, что он их говорит каждый раз, и ничего не происходит в этом, ну, вот, направлении. Это уже даже смешно становится. А что может быть триггером, на ваш взгляд? Вот что может быть триггером того, что действительно реформы пойдут? Есть ли во власти осознание катастрофичности нынешнего экономического курса? Осознание есть, и Путин, по крайней мере, вот это известное экономическое совещание в Сочи, по-моему, было, когда он собрал, да, экспертов, где-то месяц назад примерно оно было, 15 апреля, если мне память не изменяет. Он собрал экспертов очень разных с тем, чтобы они ему откровенно высказались. Насколько были откровенные высказывания, не хочу говорить, потому что там не присутствовал и мои знакомые, но в том числе такой достаточно известный экономист, как Иосиф Сивдискин, тоже там не был приглашен. Ну, неважно. Вот, озабоченность существует. Наверное, я все-таки надеюсь, по крайней мере, что президент понимает ту опасность, причем он на встрече вот этой прямой линии, да, когда она, угу, рекордное время была, он об этом сказал, что у нас вот тут одна часть экспертов говорят, что у нас все неплохо, и если будет плохо, то виноват будет клятый, угу, Запад со своей этой экономическим кризисом. А другая часть экспертов говорит, не, и у нас тоже проблемы, Владимир Владимирович. И вот я, говорит, до сих пор пока не знаю, в чем, собственно говоря, причина, если станет хуже. Это говорит о том, что он, конечно, озабочен с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, все-таки
он пока не до конца понял главную проблему не только нашего правительства, не только экономической политики, а главная проблема, собственно говоря, не я первый это говорю, это на слуху у всех, то, что наша политическая система, которая ныне существует, в общем-то, которая задумывалась как вертикаль власти, которая будет сверху донизу, там сигнал подали, тут внизу побежали, засуетились, исполнили. Она не работает. Превратилась, по сути дела, в такое коррупционное древо с огромными корнями, которые укоренились на уровне местного самоуправления. И что бы там мы наверху не срезали, каких бы министров не сажали, не возбуждали уголовные дела, а ничего не меняется. Внизу всем абсолютно не все равно. И поэтому... Ну, вот я вам задаю вопрос про власть, а вы отвечаете, Путин, да, понимает. Из этого следует... Я надеюсь. Но, я не знаю, понимаете. Путин, после выпуска новостей, если не дождете, буквально через минуту. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель, беседую с Валерием Хомяковым. Подводим год работы правительства Медведева. Я не к тому говорю, Валерий Алексеевич, а к тому, что когда я вам задаю, понимает ли власть, вы говорите, Путин понимает. Власть для вас – это Путин. Про Медведева уже давно все забыли. Ну, что там? Ну, что, забавно все, съездил там, куда он, в Орленок съездил, да? Теперь он веселый Орленок. Да, взлети выше солнца. Да, один со стерхами летает, другой Орленком становится. У них какая-то птичья болезнь. Да, смешно это все наблюдать. Да, не, да грустно это наблюдать. Ну, на самом деле, Игорь, если говорить вот так вот о том, что у нас есть, есть правительство, которое живет какой-то своей собственной жизнью. Оно что-то, какие-то указы исполняет, какие-то постановления выпускает, какие-то законопроекты в Думу выходят. И есть другая экономика на низовом уровне. Она, эта экономика, не зависит от того, что делает Медведев, что он не делает, что делает правительство, министр финансов, министр экономики. Она зависит только от одной вещи, насколько ты, предприниматель, близок к местной власти. Вот и все. Правильно. А теперь возникает вопрос. Прежде чем разобраться, да, существуют две отдельные проблемы. Существует абсолютно, как вы справедливо не заметили, неработающая вертикаль власти, которая не позволяет, чтобы там положительного или отрицательного происходило в верхах, транслировать это вниз. И это другой уже вопрос. Нужна нам такая вертикаль власти, не нужна другая форма правления и государственного устройства. Это один вопрос. Второе, что государству в лице и Путина, и Медведева, и правительства, государство как вообще власть, да, Государственная Дума, Совет Федерации, да, не осознает того, что нужно стране. То есть нет четкого понимания, что нужно стране. Новая индустриализация, модернизация, инновации. Если да, то какие? Куда нам двигаться? Да? То есть нет во власти понимания, нет властной воли осуществлять какие-то действительно серьезные экономические реформы. То есть на словах оно может быть и есть, а на деле, к сожалению, это не происходит. Я-то вот, Игорь, здесь не согласен. На мой взгляд, у власти, если говорить о федеральной власти, есть совершенно четкое понимание, что они хотят делать. Чего? Они хотят одно – собрать денег и дать подачки, чтобы люди, не приведи Господи, не выходили на площадь. Но... Все. Согласен, но это не понимание того, что реально требует экономика. Разумеется, конечно. Современное развитие страны. Поэтому у них полная, четкая стратегия. Это они понимают, но это как бы не устраивает страну. Понятно, что этим курсом... На этом не проживешь. Да, долго на этом не проживешь, и кончится, может, все очень плохо. Да, к сожалению, да. Понимаете, такой сценарий все ближе и ближе. Не хотелось бы еще одну революцию. В таких случаях вспоминаю небезызвестный вам, я думаю, фильм «Великолепная семерка», если помните. А да? Как же. А вот в этом фильме есть две цитаты, которые вообще описывают, на мой взгляд, всю историю экономики. И вот то, что происходит сейчас в России... Кстати, один там был похож на вас. Юл Бриннер, да. Но этого не сильно льстите. Юл Бриннер был выше, симпатичнее. Да, но Юл Бриннер, причем русский, вы знаете, да, что он родом из Владивостока. Так вот, как раз там Юл Бриннер рассказывал, говорит, когда человек пролетал, упал с крыши, пролетал мимо каждого этажа, он повторял на каждом этаже, пока все идет неплохо. Понимаете, вот мне как медведевские слова по поводу того, что экономика у нас нехорошая и неплохая, напоминает этого человека, летящего с крыши, который повторяет, что все идет неплохо. И вторая там была прекрасная цитата, как я знавал одного парня в Эль-Пасо, который взял, разделся догола и прыгнул в кактус. Говорит, зачем? Говорит, ну, на тот момент ему это казалось неплохой идеей. Понимаете, и вот этими двумя и все действия правительства, и все мысли. Да, да им сейчас кажется неплохой идеей, что можно собрать налоги и раздать дальше, но... Это вот на этот момент, может быть, неплохая была идея в моменте. Живут одним днем. Вот сегодня... Временщики, потому что, да. Вышли 6 мая на улицу, там 25 тысяч, написали там 7-8, да.
сами себя убаюкали, успокоили, и слава богу. Вот, Борис Алексеевич, то, о чем мы накануне говорили с Борикой Горлицким, могут выходить сколько угодно, нету народного протеста социального, потому что его как раз глушат пока, этими подачками. Пока нет. И вот вопрос, а что должно сделать правительство такого? Ну, может быть, действительно правительство лучше сейчас ничего не трогать. Как программисты, знаете, у них есть святой принцип, работает – не трогай. Да, и может, не только. Лучший враг хорошего. Ну, может быть, им действительно ничего сейчас не надо делать? Может быть. Поэтому правительство в данном виде, оно вот там сидит где-то, да, получает они зарплаты, катаются на машинах, какие-то слова произносят. На самом деле, действительно от него ничего не зависит. Это плохо, на самом деле. Это плохо. На ваш взгляд, вот, а вы можете мне описать? Вот вы сегодня, помните, в литературке, кажется, в наше время было, если бы директором был я. Да. Ну, вот сегодня вы председатель правительства. Не дай бог, да, вы сегодня председатель правительства. Помимо первого указа повесить Виталь, вот следующие экономические реформы. Вы можете сказать, я вот сегодня сделаю так, чтобы там заработали, нас там в стране требуется металлургия, ускоренная там реформа в этой части. Вот попишите мне, пожалуйста, программу вашего правительства. Ну, я небольшой специалист в экономике, но тем не менее, я бы все-таки подумал вот о чем. Что в условиях нашей огромнейшей страны нельзя выстраивать в целом экономику. Вот экономика нашей страны – это сумма региональных экономик. Я бы посмотрел на те точки роста, которые пока еще есть, слава богу. Хотя, если говорить опять-таки о результатах одного года правительства, у нас на начало года работы правительства Медведева было 19 донорских регионов, сейчас стало 11. Это о чем говорит? Это о том, что экономика региональная сдувается в силу разных причин. Ну, вот не хочу, это не пиар, но общеизвестный пример, та же Калужская область, где... Ну, это один из немногих примеров. Оказался на своем месте тот человек... Товарищ Артамонов, да. Да. Вот, там худо-бедно что-то движется, развивается. Люди там туда приезжают. У меня масса знакомых, которые уехали и там работают просто-напросто. Есть регионы, есть Татарстан, например. Есть Татарстан, да, где Я каждый раз, когда приезжаю в Казань, у меня есть ощущение, что я приезжаю в другую страну. К сожалению, никак туда не доеду, но мне тоже очень много о нем о Казани, о Татарстане. Это абсолютно другая страна, где абсолютно ручное управление, где абсолютно, наверное, феодальные принципы, да не обидится на меня Рустам Нургалиевич. Тем не менее, это работающие. Да, да. Это работающие принципы, и я видел работу правительства. Я видел работу президента Татарстана, и я могу сказать только, да, там я могу не соглашаться с принципами этой работы, но я вижу, что там это работает. Да. Поэтому, если говорить опять-таки, вот я бы собрал бы самых толковых людей, которые есть вообще, которые что-то понимают в управлении, и поставил бы одну задачу. Ребята, сделайте, вот набросайте мне первые шаги, что надо сделать с тем, чтобы количество регионов-доноров увеличилось. Вот взять ту же Рязанскую область. Донорский регион. Является ли Олег Ковалев тормозом или нет? Причем это независимые должны быть оценки, разные. Угу. Посмотрел бы, да, от Олега Ковалева толку никакого нет. Не стал он тем генератором, который, допустим, стал для Калужской области, тот же Артамонов. Другие регионы посмотрел бы. И вот так вот точечно, да, вот давайте езжайте в эту... А вы уверены, что это вот именно роль личности в истории? К сожалению, не только, да. Вот человек просто когда понимает, что надо делать и что должно быть, вот сегодня я стал губернатором, что должно быть через год? Должно быть вот это, вот это, вот это. Что мешает, какие факторы мешают? Правоохранительные органы лезут в малый бизнес, обирают его, ходят, все... Присмотр за ними, пригляд. Одному по шапке дали, второму перестали лезть и так далее. То есть вы считаете, что вопросы, вы сторонник такого условного, вот, не поймите меня неправильно, раздробления страны. То есть все вопросы должны решаться на региональном уровне, не на федеральном? Ну, не все, абсолютно, конечно же. Есть функции правительства, как финансовая политика, экономическая политика в целом. Правительство должно стать не командиром экономики, а помощником развитие региональных экономик, в хорошем смысле слова, лоббистам, продвижением наших товаров, которые там какие-то есть, каких-то еще нет, на тот же международный рынок. Не только углеводороды. Поймите, но губернатор не может решать, что... Вот губернатор может решить, что для моего региона хорошо бы здесь построить завод. Мы знаем, что придут инвесторы и будут все равно строить автомобильный завод. Ну, на примере Калужской области. Да. Хорошо, чтобы его построили здесь, а мы им создадим все необходимые условия. Но... Вопросы решения, а вообще нужна нам своя автомобильная промышленность, да?
Конечно. Если нужна, то что делать? Они должны решаться на федеральном уровне. И я утверждаю, что на федеральном уровне об этом никто не думает. Им не до того. Наверное. То есть они могут похвастаться тем, что создали отличные условия. Опять-таки, к примеру, Татарстан, да, у них там отличные условия по ряду направлений. Там нефтехимия развивается, приходите инвесторы, налоговые льготы. Вот в Алабуге я был. В Алабуге они создают такие условия, да? Это пожалуйста. Но стратегию развития страны кто-то должен понимать. Нужна нам нефтехимия в стране, не нужна. А если нужна, то своя, или пусть приходят иностранные инвесторы, которые по сути своей, по идее, временщики, да, которые по сути своей не могут заботиться об интересах нашей страны. Да, нужен ли нам какой-то альянс? Этого понимания нету. Где это все? Наш с вами любимый министр образования, не к ночи будет помянут, да, который... Нам в стране вообще нужны образованные люди, или мы дадим руками Ливанову возможность разрушить все к чертовой бабушке? Ну, не буду защищать Ливанова, так хотя, дело, на мой взгляд, ему досталось тяжелое наследство. Дело не в условном Ливанове, ему действительно досталось тяжелое наследство. Мы сейчас с вами вышли все-таки на то, что такое страна. Да? Вот, страна – это что у нас? Страна – это... Огромная территория, которая разделена на очень разные субъекты федерации, где сидят назначенные президентом, ну, в основном пока еще назначенные губернаторы. Или это сумма, или это отдельные экономические субъекты в виде субъектов федерации, у которых не хватает каких-то полномочий. Мы федеративное государство по Конституции. У нас федерализм есть? Нет. И... Его задушили. Возможно, к счастью. Вы знаете, я вот тут вам скажу кощунственную мысль. Вы давно были на Дальнем Востоке? Ну, я был на Дальнем Востоке в 99-м году. То есть давно. В Хабаровске, да. Да. Я вот недавно, я очень люблю Дальний Восток, и очень люблю там отдельно Сахалин, люблю, и там и как раз с местным губернатором у меня очень хорошие отношения. Александр Владимирович замечательный человек. Но дело не в этом. А дело в том, что на Дальнем Востоке искренне считают, что они другая страна. Не власть считает, народ считает. И если сегодня на Дальнем Востоке власть выберет губернатора, и у губернатора будут свои серьезные федеральные полномочия, мы увидим такой региональный сепаратизм, что у нас страна резко уменьшится не как при Ельце, не берите о себе столько суверенитета, сколько можете, а мы вообще в лучшем случае съежимся до Урала. Это в лучшем. Ну, Игорь, мы... В данном случае Совет по национальной стратегии, наверное, лет 5 назад один из наших экспертов, политологов и великолепнейший... Владимир Алексеевич, если не знаете, после выпуска новостей только буквально к этой теме сейчас вернемся, буквально минуту. Ну что ж, возвращаемся. У меня в студии Валерий Хомяков. Беседуем с ним о годе работы правительства Медведева и вообще о стратегии развития страны. Да, так вот, Леонид Смирнягин, известный наверное, человек, конечно. Да. Он очень много занимался и занимается до сих пор, дай бог ему здоровья, уже дело к 80 годам движется. Он поехал на Дальний Восток со студентами. Причем он заехал сначала в Западную Сибирь, там где-то что-то, значит, что-то показал им, наверное, потом восточные. И мимоходом, говорит, мы провели экспертные опросы. Не экспертные, а социологию. Может быть, она не очень, да, не очень была репрезентативная выборка. Причем задавали один вопрос. На Западной Сибири, в Западной Сибири задавали вопрос. Восточные, на Дальнем Востоке. Давно ли вы были в России? Я, говорит, Леня говорит, я, говорит, предполагал, что уж Дальний Восток, скажешь, там давно не были. Западная Сибирь, процентов 30 сказали, нет, давно мы не были в России. Восточная Сибирь, процентов 20. Дальний Восток ответил так, мы живем в России. Поэтому вот это было 5 лет назад. Я не знаю репрезентативную выборку, я вам хочу сказать, что, знаете, репрезентативная выборка одна из самых, это таксисты. Да, да, безусловно. Вот, в любом городе, кстати. Да, и вот и в Хабаровске, и во Владивостоке. Особенно, как раз, вот этого нету в Южно-Сахалине. В Южно-Сахалинске с такими я не сталкивался, да. У них нету регионального сепаратиста, потому что они вообще давно, по-моему, не считают, что они живут в России. Там отдельный мир, там очень спокойные люди. Да. И замечательные люди. И счастлив я с ними был работать и общаться, но дело не в этом. Вот во Владивостоке любой таксист вам всегда скажет, ну, ребята, отстаньте вы со своим Путиным и Медведем, отстаньте вы со своей Москвой, мы не хотим быть с вами, мы не вы, уйдите отсюда.
И для меня это было шоком. Шок это по-нашему. Вот вы знаете, я реально, когда с этим столкнулся, я думал, что мне рассказывают. А если поездить по Дальнему Востоку, если посмотреть то, что власти с ним сделали, это становится абсолютно понятно. Масштабы коррупции чудовищные. Масштабы... Воровства и всего остального. Вы знаете, даже вот тут бог с ним, с воровством. Если бы просто бы хотя бы воровали. Масштабы ненужных проектов. Кому был нужен саммит АТЭС? Когда вот постоянно я спорю там со всеми у себя в эфире, вы знаете, нужна ли нам Олимпиада в Сочи? Да. И говорят, ну, хорошо, многие говорят, хорошо, бог с ним, что потратили столько денег, бог с ним, что столько собрали, но это же станет толчком. Ребята, съездите на Дальний Восток, посмотрите на последствия саммита АТЭС, и увидите такой толчок. Стоит филиал Дальневосточного... Смотря в какую сторону, да, толчок. Да. Стоит филиал Дальневосточного университета на острове Русском и ненужные мосты, которые пользуются... При том, что сейчас мы знаем, да, что капитаны отказались вообще заниматься перевозками морскими, потому что причал... Они, кстати, при советской власти разрушились. Они не при нынешней власти разрушились. У меня просто есть люди, которые на острове Русском выросли, я знаю эту историю. Они мне рассказывали, говорят, ты что думаешь, сейчас причалы эти разрушились? Да все было кончено при советской власти. И с тех пор это продолжает рушиться. Там живут люди, которые вообще уже живут на другой планете. И поэтому вот насчет федерализма я с вами не согласен. Если мы хотим, чтобы страна была бы целой, нам этих людей нужно как-то интегрировать. Палкой не загонишь. Палкой я нет, боюсь правильно. Вот этого. Палкой не загонишь, нужно создавать экономические условия. Вот нужно создавать экономические условия, но для этого страна, царь, батюшка, премьер или кто-то еще должен... Он не может думать за всю страну. Правильно. Как? Она но настолько разная. А вот вы уверены, что Леонид Ильич Брежнев думал за всю страну? Или созданная система там работала сама по себе? Сидели умные люди в Госплане? Как бы ни относиться, да? В министерство. В конце концов, Косыгин у нас был, который в экономике что-то понимали. Конечно, я небольшой поклонник, конечно, советской власти, но... Там действительно была система. И была ответственная партия. Вот посмотрите, мы говорили тут, я начал говорить о политической системе. В чем один из изъянов? Очень серьезно. Когда видные единороссы, и не только говорят, мы партия ответственных людей, мы вот правящая партия, их обвиняют, а вы как КПСС. Не надо обижать КПСС. КПСС была структура, которая... не входила в систему власти, ну, формально. Председатель райисполкома был назначенцем, его выбирал там райсовет, но попробуй, он забалуйся. Его тут же вызовут на бюро райкома и либо из партии исключат, либо нагоняй устроят. То есть партия контролировала исполнительно. Здесь у нас что? Вот я живу в Сокольниках. Глава управы недавно пришел, откуда-то из Рязани. Район не знает, ну, бог с ней. Мало ли, вдруг управленец. Что он первый сделал? Не встречался с активистами, хотя много активистов, которые действительно болеют душой за этот район. Да. Он возглавил местную Единую Россию. Возглавил политсовет. По должности у них оказывается такая штука. И что? Единая Россия будет контролировать исполнительную власть? Нет. И так, если выше подниматься снизу, везде. Поэтому правящая партия, когда вот ее Кудрин недавно обвинил, да, в том, что вы партия неответственная и должны нести ответственность, вдруг видные единороссы начинают возмущаться, что это, мол, ты, Алексей Леонидович, тут таким цинизмом занимаешься. Ну, это смешно просто, когда вот, хотя бы посмотрели, попробуй там в той же социал-демократической партии Германии, вы левый человек, левый человек, кто-нибудь забалуйся в Ландстаге, допустим. И вот тут социал-демократы выкинут оттуда. Зачем? Он партию дискредитирует. То есть вы все-таки призываете сначала не к экономическим, а к политическим? Ну, разумеется. Я об этом и говорю, что наша политическая система, она не отвечает тем вызовам, не может на них реагировать в силу того, что она кондовая просто. Вот. Она даже не советская, это какой-то слепок. Ну, отлично. А где те люди, которые понимают? Вопрос, который... Да полно таких понимает, просто их не подпускают близко. Замечательно. К тому, чтобы они принимали участие в решении. Допустим, что декабрьские выборы, какого там 2011 они у нас уже были? В 2011. Или в 2012 уже все-таки? 2011. В 2011. Да. В Думу. Да, да. Да. Значит, 2011 год это у нас был. Декабрьские выборы прошли без всяких нарушений, без всякого чуру, никаких 146%. Бабушка стала неожиданно дедушкой, все прошло по-честному. Ну и у нас расклад получился там, чуть больше голосов бы получили с праворосы и коммунисты. Да?
В результате мы получаем такую Государственную Думу. При том, что президент у нас был выбран, будем считать, что честно, там, если и были погрешности, то в 1-2%. Вот при таком раскладе у нас получается все то же самое. А даже если бы пришла к власти оппозиция целиком, у них нет новых идей, у них нет новой стратегии видения страны. У них лозунг один, без Путина. Они даже Медведева, кстати, не трогают. Хотя в данном конкретном случае. Потому что он социально близкий, о чем мы с Борисом тоже накануне говорили, да? Что нового, где стратегия видения страны? Эти, между прочим, те же люди придут в оппозиции, благодаря которым все забыли же о существовании Дальнего Востока, Урала и всего прочего. Не было никому нужно развитие страны, не была нужна новая индустриализация. Речь шла о чем? О приватизации, отдать в руки так называемому эффективному собственнику. Пожалуйста, вот вам, олигархи есть. Да. Уровень жизни в стране немножечко повысил. О том, чтобы как бы полностью была страна модернизирована. Где наша промышленность? О каком промпроизводстве мы можем говорить сейчас вообще? Никак. Где наша наука? Где наше образование? Эти люди вместе со всеми полимерами, это все, и, извините, не в эфире будет сказано. Да, да. Так о чем мы сейчас говорим? Кого не подпускают? Покажите мне этих людей, покажите их экономические идеи. Для начала все-таки необходимо... Честный выбор. Да, у нас не сложится через день новая политическая ситуация, новая политическая система. Конечно же, нет. Это выращивать надо, взращивать, как английский газон. Долгое время. О, это моя любимая аренда. Про 200 лет. У нас нет этих 200 лет, понимаете? Я, в отличие от Медведева, не считаю, что нам можем спокойно сейчас сидеть. Знаете, Медведев напоминает мне, помните фильм «Обыкновенное чудо»? Да, конечно. Помните, Леонов там что говорит? Так не я же виноват, дедушка мой, сволочь большая. Когда при нем душили бабушку, он стоял и приговорил, погоди, может, еще и обойдется. А потом шел за гробом, упал и умер. Вот не надо выступать в роли, погоди, может, еще и обойдется. Не обойдется. Не обойдется. Я согласен. И у нас нет этих 200 лет выращивать английский газон. Ну, не 200. И 2, 3, 4 избирательных цикла, у нас бы появились совершенно новые партии, которые были бы реальные. 2, 3, 4 избирательных цикла назад. Вперед у нас этого времени нету. У нас страна столько не выдержит. Потому что либо мы сейчас разлетимся на множество маленьких России, на Дальневосточную республику, на Сибирскую республику. Не хотелось бы. Не хотелось бы. И мне бы не хотелось. Да. Либо у нас в стране грянет чудовищный экономический кризис, потому что не останемся мы в стране от этого. Но невозможно все время сосать нефть и продавать ее. Надеюсь, что цена на нефть никогда не рухнет. Главное теперь уже другое. Если раньше смотрит чиновник какого-нибудь Минфина на рост цен на нефть и радуется. Во, деньги потекли в бюджет. Теперь от этого тоже ничего не зависит, фактически. Главное, она колеблется, никакой реакции в экономике. А главное, что если произойдет... Вот если не трудно, Валерий Алексеевич, микрофон поправьте, пожалуйста, чуть ближе, даже погромче было. Спасибо. А ежели произойдет вот та самая революция энергетическая, там это может быть что угодно, хоть сланцевый газ, хотели бы сейчас этот гидрат уже не помню. Тогда мы со своими углеводородами... Мы можем со своими углеводородами отправляться по известному адресу. Да, и далеко и надолго. Я помню, на прошлом экономическом форуме Силуанов еще бегал и кричал, что типа вот если сейчас цена нефти пойдет вниз, там, по-моему, меньше 90 он боялся, да, то все, нам вилы. А сейчас уже в открытую говорят, ну, экономисты, не правительственные, а возможном дефолте. Вплоть до этого, то есть 98-й год. И где же наши полимеры? Где же наши полимеры, где наше все, где наше наукоемкое производство? Вот. Сколково. И вот тогда объясните мне, пожалуйста, сегодня, вы опять возвращаюсь упорно, сегодня директор вы. Значит, вы предлагаете все-таки региональный путь развития, когда... Я считаю, это... более эффективный путь. Сверху не получается. Раз не получается сверху, господа, тогда давайте создадим условия для создания развития региональных экономик. Для этого надо поменять бюджетные наши дела. Не 70% отдай сюда, в Москву, а мы потом приходи с протянутой рукой и проси у нас на то, чтобы у тебя там социальные программы, чтобы учителям заплатить. Сейчас главная проблема – это выплата исполнения предвыборных обещаний Владимира Путина. Не хватает, по оценкам, 70 миллиардов рублей для того, чтобы повысить зарплаты учителям. А учителя – это носители, извините меня, общественного мнения, в том числе на районном уровне, на сельском уровне. Поэтому затыкание дыр таким образом не получится. Не получается у вас управлять страной. Дайте возможность регионам. При Ельцине, можно его 1000 раз обвинять, что он что-то там где-то развалил, 50 на 50 было. 50 привези в Москву в налогов, 50 оставляй себе. А сейчас 70. Какой либерализм?
Когда мне говорят о том, что у нас правительство либеральное, мне смешно становится. Оно не либеральное, оно не левое, не правое. Помните известную рекламу? Мы не левые, мы не правые, мы просто валенки. Вот когда вы во главе страны в Белом доме сидят валенки, мы и будем получать эту ситуацию. Ну, поищите, что у нас в стране нет 80 нормальных деловых людей. Призовите им бизнес. Вот я... Это никому не нужно. Об этом-то и речь. Это никому не нужно. Ну, абсолютно. Есть же примеры. Я уж не говорю там о этой самой, о Калужской области. Вот другой пример. Не поклонник Абрамовича. Но я был до Абрамовича на Чукотке. Вот на Чукотке я, к сожалению, не был. Слетайте. Лучше вы к нам. Так вот. Тоска зеленая. Она дырь. Хлам сплошной. Пришел человек с деньгами. И это не самое главное. Он контролировал эти деньги и поставил там серьезную команду, которая сейчас из этой самой Чукотки сделала, ну, более-менее удобный для проживания регион. И когда тех же чукчей проводили опросы, вот, это просто любопытные, да, давно уже. Кто такой Абрамович? Местное коренное население написало «Бог». Бога ему там считали, потому что он у них... Вот не соглашусь, Валерий Алексеевич. Нет, это опрос. Знаете, я тоже как говорила моя покойная двоюродная бабушка, дурацкое дело нехитрое. Человек, у которого есть такое количество миллиардов, может себе позволить за какие-то миллиарды подлатать там ЖКХ, не ожидая обратки никакой. Это же не приватизация, да? Конечно. Дома покрасить, да, и что-нибудь. Сделать структурные реформы в регионе, чтобы там заработала экономика, я думаю, что Абрамовича на это, извините... За может грубость. Быть, может мозгов, быть, я не знаю мозгов детали. Не хватит абсолютно. Но то, что коренное население стали обучать детей в школу, естественно, он пришел, инвестировал собственные деньги, там не так много было нужно. Ну, конечно, там регион-то большой по территории, а население там... Но не были созданы структурные реформы, та самая удочка... Он удочку туда не принес. Он принес им, просто взял у них старую удочку. Не знаю, я просто знаю, подкрасил, что там... Подкрасил, леску прижал, короче, после выпуска новостей, если не возражаете. Ну что ж, продолжаем нашу беседу о годах работы правительства Медведева с Валерием Хомяковым, хотя наша беседа уже утекла, по-моему, совсем в другую сторону. Да, ну неважно. Это вообще все... о путях развития страны. Да. Ну просто, может, итог нашей беседы предварительный, да? О правительстве говорить бессмысленно, да. Нету этого нужно. Правительства. А главное, что если на месте него будет тоже другое правительство, тоже будет совершенно не о чем говорить, верно. Потому что в руководстве страны нет понимания, нет стратегии развития, глубокой стратегии с пониманием всех тех проблем экономических, которые... К сожалению, я тут с вами должен согласиться. И тут, опять-таки, о роли личности в истории. Можно сколько угодно спорить, что в Сингапуре там миллион населения, да. А у нас 140, но, в общем-то, Ли Куан Ю смог... Да? Да. И другие, вот в Южной Корее, опять-таки, мы можем посмотреть историю развития послевоенной Южной Кореи. Да. То, он пришел к власти, посадил своих друзей, первый, что сделал. Да. Ну, не всех, кто почти всех. Но это, понимаете, в чем дело? Не стратегия развития, это, конечно, борьба с коррупцией. Да. И борьба с коррупцией, на мой взгляд, в России, конечно, одна из первоочередных задач, но даже если мы и победим коррупцию, но при этом мы не поймем, куда должна развиваться страна, это ничего не изменит. А, кстати, о регионах. Вот, опять-таки, регион, в котором я тоже бывал, Дагестан. Огромные же возможности, да, для республики. Можно сколько угодно спорить там о возможностях дагестанской нефти, о том, насколько она хороша, плоха, насколько там легко добывать, насколько там себестоимость. Но, в принципе-то, да, можно. И нигде, никогда, при том, что я очень хорошо там отношусь к Дагестану, и у меня там друзья, и замечательные люди, и пользуюсь случаем, привет им передаю. Но, и коньяк хороший дагестанский. Коньяк замечательный, да. Вот коньяк, да, прекрасный. Дербент. Я до этого момента не пил коньяк, но сейчас... Это не реклама. Это не реклама, да. Одно дело не в этом. Но я нигде не видел такого количества мусора побочного, нигде не видел такого количества безработных, да. Хотя, казалось бы, в регионе можно это было сделать. Кто в этом виноват? Предыдущий президент Дагестана, нынешний президент Дагестана. Я надеюсь, что Абдулатипова что-то может все-таки получиться. Да нет, у Абдулатипова, к сожалению, в отличие от Магомеда Салама, не было таких связей все-таки с некими элитами. Это долгая история. Про Дагестан могу бесконечно говорить. Сложнейшая, конечно. Сложнейшая история. Я просто к тому, что прежде не все регионы, да, но... Если мы сейчас дадим федерализм, дадим возможность, и скажем, все, ребята, мы вас больше из бюджета не кормим, давайте-ка вот сейчас мы будем устанавливать другие пропорции, другие правила игры, Северный Кавказ взорвется. Нам это надо? Нам это не надо. Мы платим ему дань, по сути дела, Северному Кавказу. Вы знаете, а вот тут возникает вопрос. Расплачиваемся за лояльность. За что мы платим дань? Северный Кавказ – это что, не Россия? Россия. Ну, они хотят, зачем?
Это часть России, кому мы дань платим? Мы же платим дань не... Не буду сейчас говорить про монголо-татар. В общем, чтобы меня не обиделись в Татарстане. Мы рассчитываемся за лояльность. Чечня типичный пример. Да, тем не менее, это же Россия. Мы просто бюджет из одного перекармана перекладываем в другой. Конечно. Ну, сами-то делать особо ничего не хотят. И зачем, когда тебя кормят с ложки каждый год? Зачем я буду что-то делать? Я бы сейчас... А, не дают денег? Давай сейчас обострение сделаем внутреннее. А такие рычаги там есть. И я приеду в Москву. Ребята, увидите меня вот тут. Вот, вот. Зато в Чечне тихо и спокойно тихо, практически, спокойно. В отличие от Дагестана. Но, значит, Рамзан Ахматович надо позвать премьер-министра, не дай бог. И да будет я тоже так думаю, не дай бог. Чисто и спокойно на всей территории России. И тишина будет. Мечети, правда, много станет, но ничего. Год, конечно, грустный, откровенно говоря. Вот... Я помню разные правительства, вы тоже помните, разные правительства. Сложнейшая история 90-е годы. Но тогда Виктор Степанович Черномырдин, покойный, при всех минусах, он был политическим был правительством в то время. Это были люди, которые, во-первых, понимали. Практики были. Это люди, которые понимали, что они делают. Они не раздали огромные, допустим, не дали развалить «Газпром», не дали его приватизировать. Да. Попытки были такие, в том числе и мои друзья. Все-таки давайте не будем сравнивать величину политиков. Да? Не будем сравнивать Евгения Максимовича Примакова и нынешнее правительство. Это люди, профессионалы высочайшего класса. Можно относиться к ним как угодно, можно быть несогласными со взглядами. Да. Да. Но... Евгений Максимович – это глыба. Виктор Степанович, царство ему небесное, это глыба был все-таки, да? Как бы там ни смеялись... Юрий Мошляков, да. Покойный. Там были люди, которые понимали, что такое экономика, что такое государство, какие могут быть интересы у государства. Это были профессионалы советские. Можно как угодно относиться к Советскому Союзу, можно его не любить, но в недрах работали профессионалы. Ну, тут мы опять подходим к тому вопросу, о чем мы, собственно говоря, говорим, о роли личности в истории. Есть человек, который сидит на своем месте с опытом, такой, как Виктор Степанович был, «Газпром» создатель тогда, в начале 90-х. И покойный Рем Вяхерев. И Рем Иванович, да, Вяхерев, Саша Небесная. Вот, если бы тогда бы победила вот эта ультралиберальная точка зрения, давайте-ка мы с «Газпромом» расправимся как естественной монополией, вот тогда бы я, откровенно говоря, я не знаю, что бы было со стороны-то уж точно. При тех ценах на нефть, около $8 за баррель, при том пустом бюджете, все-таки удалось сохранить худом. Здесь посыпался золотой дождь. Ну, в принципе, каждый наш с вами разговор, да, вот даже нынешний, по сути дела, мы подводим... Это отголосок того самого золотого дождя, абсолютно. Да, мы говорим в данном случае все-таки не столько, может быть, это тема у нас такая, год работы правительства. Угу. Каждая вот эта беседа, да, я думаю, вы со мной согласитесь, это подведение итогов 13 лет правления Владимира Путина. Угу. Если посмотреть... Вы считаете, что повезло Путину с тем, что просто были высокие цены? Разумеется, конечно, повезло. Вот так. Подфартило, что называется. Вот. И отсюда заткнулся социальные дыры, рассчитались с долгами, слава богу, но больше-то ничего не сделано. У нас что, появились новые предприятия? Нет. Я 17 лет отработал в военно-промышленном комплексе, знаю, какие там были современные. Что у нас не появились новые предприятия, это не только Путину надо сказать не спасибо, а вашим друзьям по СПСу, в том числе, вашей либеральной политике, которые считают, что нам не нужны новые предприятия. Нам нужен эффективный собственник тому, что есть. А если кто он... это говорил? Покажите мне. Все либералы. Константин Натанович Боровой, который мне рассказывал, что если эффективный собственник решит, что сегодня не нужен завод, а на его месте нужна автостоянка, это хорошо и правильно. Я думаю, что Костя Боровой уже поменял свое мнение, поскольку... Нет, это было совсем недавно. Серьезно? Год назад он мне это говорил примерно, или два года назад. Далеко и это не, на самом... не все... Я понимаю. Понимаете, в чем дело? Вот в вопросе по малому бизнесу я с вами согласен. Но когда мне начинают рассказывать, что рынок растает все по своим местам, вот эти либеральные мантры петь... Я сам в это верил до 95-го года. Mm-hmm. А потом, когда посмотрели на это все, какой... Когда появились олигархи, что он там расставил? А тогда объясните мне, пожалуйста, если вы свято в это верили, но и не сомневались, и повели людей, в общем-то, на баррикады, не вы лично, ну, как бы вот либеральная, помните, вот эта прослойка, конец 80-х до 91-го года, которая там стояла, московские новости читала, в огоньке писала, они повели людей за собой.
А вожди слепых, это, знаете, не самый лучший вариант. Может быть, сначала было бы убедиться, может быть, как бы китайский вариант нам был бы сейчас важнее. Ну, как говорил Николай Травкин, говорит, на что китайцев нет, или Черномырдин, кто-то из них, из наших острословов. Может быть. Я часто бывал в Китае, несколько раз, там, раз 5-6 был, в разных местах и в развитом юге, и в не очень развитом, на не очень развитом севере. И меня, в общем-то, первый раз, когда приехал, меня заинтересовало одно. Ну, помимо того, как они там развиваются, какой товарооборот с нами был тогда не очень много. Я спросил, а как вот коммунистическая партия, она на местных выборах себя ведет? Никак. Ну, как никак? Понятно, что есть Всекитайское собрание народных представителей, верховный орган, аналог нашей, наверное, федерального собрания. А там, говорит, нет, мы туда не лезем, в эти выборы, в местные. Вот кого жители избрали, а коммунист он, не коммунист, вопрос для нас десятый. Если они его избрали, слава богу. Поэтому структура осталась. И главное, там нет того раздражающего, везде присутствующего упоминания КПСС. Я не знаю китайский язык, но переводчиков я просил, говорю, увидите где-нибудь тут лозунг «Слава там, там ЦК КПК», покажите мне. Говорит, нет у нас таких лозунгов. Зачем? То есть партия находится у власти, но эту власть свою вот так вот показушно не демонстрирует. Ну вот вам мешало КПСС. Знаете, как сказал Руслан Семенович Гринберг однажды со мной в частной беседе, я надеюсь, он на меня не обидится, если скажу, Россию погубили московская либеральная интеллигенция, которая считала, что колбаса и свобода – это одно и то же, что от свободы родится колбаса. Вот понимаете, ну, в чем можно дело? Можно спорить, конечно, с этим. Так нет, ну так оно и было. И на самом деле это их, эта история продолжается. Глубокое убеждение, что сейчас уйди Путин, и завтра настанет небо в алмазах и благорастворение воздуха, до сих пор присутствует в людях, выходящих на площади. Ну, не совсем это справедливо. Я знаю, почему туда многие люди выходят. Я знаю, но тем не менее, они лозунг не... у них один, Путин, уходи. Других это лозунгов... Не они этот лозунг придумали. Это придумали организаторы митинга, бог с ней. Вот они стоят на площади на последнем митинге. Народу было достаточно много, звук не работал в силу тех трагических Кашин обстоятельств. Кашин пел, да. Да, ну и бог с ним. Люди не слышат, что там говорят, но они стоят, никуда не уходят. Вот это меня вызывает удивление. Вот раньше, когда я сам организовал митинги в начале 90-х... На деньги Госдепа? Нет, когда эти денег вообще ничего не стоило. Абсолютно. Гавриила Попов отводил место проведения, манеж... Не этот застроенный, а нормальный манежный площадь. И главный вопрос был, Борис Николаевич будет или не будет? Угу. Если будет, значит, людей было больше. По одной простой причине. Это была некая обратная связь вот между тогдашними демократами, так их тогда называли, вот, и народом. Сейчас эта обратная связь существует в интернете. Ради бога, так все знают. И что скажет Борис Немцов там... Навальный тоже всем известно. Но люди стоят, демонстрируют тем самым то, что мы против этого, чтобы у нас воровали голоса, чтобы нас считали за быдло, чтобы нас пытались запугать. Вот это главное. И Владимиру Путину, он показывает иногда пример этого диалога, ну, демонстрирует, по крайней мере, вот эти... Имитацию. Но этого диалога нет на низовом уровне, к сожалению. Любые попытки. То есть, по-прежнему мы считаем, что нужно начинать с мест. Начни с себя, как Михаил Сергеевич говорит. Совершенно верно, да. Ну что ж, у нас потихоньку подходит к концу нашей передачи. Главный вывод что, о том, что мы сегодня говорили практически о чем только угодно, только не правительстве Медведева. И ответ на вопрос очень прост. Почему мы не говорили о правительстве Медведева? Потому что разговаривать абсолютно не о чем. Да. С таким же успехом мы могли говорить на любую другую тему. Ну, напомню, что в гостях у меня был Валерий Хомяков, сопредседатель Совета по национальной стратегии. Я Игорь Виттель, мы услышимся завтра в то же время. Всего вам доброго.